токенизацию. Токенизация – это оценка стоимости. То есть нам нужно выкинуть ее на криптобиржу и получить доход. Посвященной теме блокчейн. Все, чтобы это заработало, нужна платформа, где все это опробовать. Мы стоим как бы, мы понимаем, что эта система есть, она работает, но ее надо воплотить. Я желаю вам хорошей, успешной работы, и Татарстан для вас. Можете переехать, можете приезжать. Любая форма приемлема. Носите наши футболки. С другой стороны, мне кажется, важно создать экосистему, потому что хочется, нужно создать возможность не только государственным институтам и компаниям в этом участвовать, но важно так, чтобы и бизнес сам реализовывал на платформе получения технологий. Сколько стоит? 4536, где-то так. Ну, во-первых, он уже больше стоит, друзья. 4700. Мы всегда за объединение всех ресурсов. На самом деле, нас очень мало в России, кто занимается данными технологиями. Это самые продвинутые ребята, которых... Очень большие перспективы в развитии, в денежном эквиваленте.